Если ваша жизнь слишком сложная, держите 10 советов, которые помогут ее упростить. Вам надоело постоянно настраивать температуру воды перед приемом душа? Когда вы все-таки это сделаете, возьмите лак для ногтей и сделайте две отметки на смесителе. В следующий раз надо будет всего-то совместить две красные точки, и вы получите идеальную температуру воды. Когда при серфинге в интернете вы случайно закрыли страницу, то нажмите на клавиатуре Ctrl-Shift-T. Эта комбинация восстановит последнюю закрытую вами вкладку. Вам нужно прочитать что-то, но вы не хотите этого делать. Положите в конце каждого абзаца по какой-то вкусняшке и кушайте ее, когда дочитаете до этого места. Мармеладки будут мотивировать вас читать дальше, и время пролетит очень быстро. Если ваш станок для бритья затупился, не спешите его выбрасывать. Возьмите старые джинсы и проведите по ним станком 30 раз против направления бритья. Таким образом вы уменьшите зазубрины на лезвиях, и они прослужат еще некоторое время. Вы мастер на все руки и решили просверлить отверстие в стене. Возьмите бумажку для заметок, приклейте ее под отметкой «Отверстие» и согните вдвое. Когда вы начнете процесс, весь мусор будет скапливаться на бумажке, и вы легко сможете его забрать. Вам очень не хочется идти в школу? Возьмите градусник и измерьте температуру своему коту. Дело в том, что температура их тела немного больше человеческой, и выдав ее за свою, мама точно никуда вас не пустит. Если вы все-таки пошли в школу и у вас не осталось ластика на карандаше, то вместо того, чтобы просить у соседа, возьмите точилку и заточите карандаш с другой стороны. Через мгновение вы откроете в своем карандаше секретные запасы ластика, которые выручат вас в экстремальной ситуации. Чтобы защитить кабель от разрыва в месте изгиба, возьмите пружинку от шариковой ручки и намотайте ее на кабель таким образом, чтобы он оказался внутри пружинки. Все гениальное просто. От вас ушла жена, но вы не можете снять обручальное кольцо. Проденьте нитку под ним и прижмите ее большим пальцем. Другой рукой плотно намотайте нитку на палец возле кольца и зафиксируйте ее конец. А теперь разматываем нитку с пальца, но уже другим ее концом. И вуаля, вы снова свободны. Если вы любитель чая, возьмите лимон и нарежьте его на небольшие кусочки. Заложите их в формочки для льда, залейте водой и поставьте в морозилку. Когда наступит время следующего чаепития, используйте эти заготовки, и вы бонусом к охлажденному чаю получите лимонный аромат. Если вам понравилось, поделитесь видео с друзьями, они точно будут рады узнать что-то новое.